Ну, очень тяжелая игра получилась, потому что, как ни крути, это на футболистов, на игроков психологическое давление было после 5 поражений. После 4, извиняюсь. Вот. Но результатом мы довольны. Сыграли ничью. Кстати, не спахуй. Очень хорошая команда, которая любит владеть мячом. Вот. И второе, что остались свои ворота неприкосновенности. Вот. Также были моменты. Вот. Мне суть понравилась команда. Спасибо большое, коллеги. Вопросы? Представляйтесь, пожалуйста. Андрей, Артем, сайт Матч ТВ. Хотел узнать, как все-таки быстро удалось договориться с Фабио, потому что достаточно стремительно вся эта история развилась, как проходить время, каким он потом назначен? Ну, как писали, что звонок был 2 часа ночи. Но у меня было время подумать. Ну, давали 30 минут. Сколько подумали? 30 минут было.